пообщаемся с счастливым обладателем Kia Ceed. Просит. Просит с двухлитровым мотором, как говорит хозяин. Очень долго искал, машина редкая. После АвтоВАЗа она ему кажется Феррари. Сказка. Ну, машина действительно редкая, потому что я искал, я вообще в Ростове живу, там искал автомобили, очень дорого они, во-первых, стоят, ну, дороже, чем пятидверка обычная, и вот купешек мало, и они все 1.6 идут. Все 1.6 идут, все с тканевым, с тканью на сидушках идут. Комплектация затерта. Да, но они, кстати, вот сколько я пересмотрел просидов, у них у всех климат идет, у всех, то есть, такая мультируль кожаная, я так понимаю, у них у всех такая комплектация, но... Вот, это особенная выдалась, пришлось за ней съездить в Волгоград. Это спорт-версия, двухлитровый мотор, такой же, как на Sportage, по-моему, мне сказали. Тут металлические педальки, кожаный салон, вставочки всякие красивые. И самое важное, конечно, это люк. Ты с Волгограда 90 ехал на нем. Ага, когда еще не на меня было оформлено. Скоро пришлет старый хозяин счет тебе, да? Это Дори Стайл. Тут на Дори Стайле нету таких приколюк, как, например... А на... шумка это он делал или на завода так прошел? Это на завода так. Не отдай себе тяжелые двери. Ну, они все на купечках тяжелые. Они, у них еще болезни, они провисают. Но тут, к счастью, пока нету этого, но вообще провисают. Ну, я уже пробил, петли там стоят по 700 рублей за штуку. Сколько ты сам на ней намотал? 160 сейчас почти пробег, да? Ну, я намотал уже 1005, наверное. Вот за пару месяцев не так много. Короче, ты только масло пока поменял, да? Да, поменял масло и прокладку крышки клапанов поменял, потому что я покупал, она чуть сочила. А так косяков нету? Нет, так нету, и все радует. Расходники почем? Расходники вообще недорогие, то есть фильтр оригинальный масляный стоит 250 рублей, или 200 вообще, что-то такое. Масло я залил вообще тойотовское, 5/40. И дымится? Нет, Toyota, именно оригинальное тойотовское масло мне посоветовал прежний хозяин, говорит, я его лью, оно, говорит, не пригорает. Потому что машина обслуживалась у дилера официального, а они льют там Shell. А Shell на двушке начинает пригорать. То есть, а сейчас вот я залил Toyota, буквально тысячу назад, тысячи километров я менял крышку клапанов, открыли, там все как бы классно, масло чистенькое еще, все хорошо. Нормально. Ну, планирую менять через 8 тысяч где-то, думаю, намотаю еще 1000-2-3 и поменяю. Так потому тихо, что... да, в салоне? Да, машина очень тихая, я иногда забываю, что она заведена, как-то даже пару раз, поначалу еще раз заводил ее. Особенно тут есть еще автозапуск, она на автозапуске стоит, сел такой, что-то затроило, раз ее, она... А ключ, да, поворачивает. Да тебе не десятка. Да, тут все такое. Косяк. Блин, ну после двенашки климат, конечно, это счастье вообще. Включаешь 20 градусов и поехал. Кстати, засушили. Подогрев стекла лобового, но... Подогрев, знаешь, как именно зона отдыха щеток тут. Ну, у них на многих идет версиях такая. Ну, в некоторых комплектациях нету, по-моему, такого. Я смотрел, как-то 1.6. Ну, такая. Ну, как бы 2 литра она вот ощущает. Здесь вот косячок, да? Небольшой. Это панель, да. Это у них болезнь. Ну, вообще, читал про них. У них болезнь вот эта вот панель, но она приклеивается. И болезнь вот это вот все тарахтит. Ну, я думаю, что до меня, может, кто-то проклеил, потому что шума нет, ничего нет, все хорошо. Ну, да. Вот, только вот кто-то ее, наверное, ковырял, потому что вот здесь она ковырялась, потому что тут стояла, у меня камера заднего вида стоит, тут стояла другая магнитола. А, он заводскую поставил. Да, он прежний хозяин продал. Жалко. Но заводская, продал. Кстати, очень хорошо играет, я на нее музыку поставил, очень хорошо. А у тебя открывается окно? Да, конечно. Работает, представляешь? Тут как бы доводчики, все есть, все классно. Ну, вот видишь, они вот сиденья какие идут с завода. Они с завода, даже на самых лучших комплектациях, они комбинированные идут. То есть серединка тканевая, а вот это все. Это уже перешили, да? Да. То есть, а прежний хозяин вставки вот эти сделал из перфорации. Выйду, лакуло. В клуб какой-то вступил, там Kia просит. Нету с люком, это радует. То есть двушки бывают редко. Но вот на тот момент, когда я собирался покупать, было всего две. Вот здесь вот надо было развернуться. Было всего две. Одна в Волгограде, другая там над Крымом. То есть, ну, в Крыму такой цвет был, знаешь, как у тебя камера примерно, вот такого. Золотисто. Говнисто. Это не Фертити. Таких на колхозных дисках, на таких. Ты что, сейчас золотой цвет в тренде? Да нет. Ты там... на третий разгоняют до сотки. Да, все,
все, нормально, 10 половин. Это уже чуть-чуть результат. Она не тут так и должна. Конечно, что хватит. А тут? Да. Ну, кстати, приятели, это тише, даже не приятели. Все нормально. Тихо работает. Ну, что-то знаю. В основном по пробочкам, да. Да, да, то есть я по Ростову езжу там постоянно. То, что я вот сегодня проехал по трассе, не сегодня, а вчера вот ехал 170 километров, и вообще ничего не поменял. Да. Да. Не, ну он там в общем счетчик. Да, если да. его скину и поеду по трассе, там он 8 показывает. Хотя, ну, едешь 140-150, 8 с копейками показывает. То есть, а так вот десятка всегда стабильно. Больше 10,2 не было. То есть климат включаешь, вот катаешься с климатом, там, ничего не меняется сильно. Ни по расходу, ну, ни по тяге. Там. Угу. Такого нет ощущения. Да, он обычно уже на 150 лошадях как-то сильно не садит мотор.